Всем привет-привет! Сегодня я хотела бы вам рассказать про свои и показать свои покупки с сайта BuyingCoins. Даже я могу назвать это видео как покупки под влиянием YouTube. Знать не знала про такой сайт, и тут сайт этот очень дешевый. Там огромный ассортимент товаров от одежды до косметики. Ну, конечно, все китайское, но есть очень такие интересные вещи, которые я, в принципе, заказала, которые мне интересны. Ну, еще, конечно, не все заказала, так, часть интересных вещей. Такую, как вы видите, косичку. Это не я плела, это такая косичка на резинке. Она одевается на голову, тоже с этого сайта заказала. Ну и тут про эту косичку вкратце скажу, ее невозможно, или днем, она не дневная, днем ее невозможно будет одевать. Она очень сильно блестит, потому что искусственные волосы, она очень сильно блестит. Ее только, может быть, на вечер куда-нибудь в темное место, в клуб или там. Но не в ярко освещенное место, не в хорошо освещенное место. Какой-нибудь клуб лучше всего она подойдет, потому что она вас сразу сдаст, что она, эта косичка не из ваших волос. Там были черный цвет и белый цвет, такой желтоватый, и вот такой коричневый, более-менее похож на мой цвет волос. Ну, в темноте не различишь, а днем лучше не одевать, не рискуйте. Потом заказала я вот такой бантик для волос, он тоже очень сильно блестит. Как вы видите, он с таким гребнем, так, в общем, это на затылок, если вы делаете мальвинку. Еще можно сделать пучок, собрать и воткнуть, чик, оно вот так втыкается, чик, и якобы у вас такой бант. Ну, я даже не знаю, зачем мне это купила, я не думала, что оно так блестит, чтобы не мучиться. Я в принципе, умею делать такой бантик из волос, но чтобы не мучиться, так быстро, я думала, вколю и пошла. Оказывается, он так блестит сильно, что я его, наверное, никуда не одену все-таки. Не знаю, посмотрим. Может быть, я одену. Дальше я купила то, что мне понравилось. Я приобрела такую штуку. Это видите, нарисованная девушка, у нее объем. Начес. Это, короче, начес без начеса. Просто такие две штучки. Одна идет для челки, а вторая для затылка. Для затылка чуть побольше. Знаете, как будто бы плечика, на нем липучку прилепили на плечика. Сверху и снизу липучка. Это одна липучка, вот, в общем, это вот так крепится на голову, вот так сразу чик, вот так чик, и она там держится. Ой, вот даже затянулась. И сверху волосами своими прикрываете дальше. Ну, потом я сделаю отдельное видео. Получается у вас такой маленький объем. Ну, в принципе, он нормальный, не сильно маленький. Мне понравилась эта вещь. И для челки. Сюда кто тут начесывает. Чтобы не начесывать, просто вставил сверху волосами, закрыл и все. Очень классная вещь, очень классная штучка. Так что мне она понравилась. Стоит это все недорого. Копейки. Не помню уже сколько. Я потом ниже оставлю ссылку под видео на все эти товары. Дальше. Я взяла такую штуку для пучка. Чтобы делать пучок, есть такая дырка. Я ее прорезала, она была склеенная вместе. Сюда вставляются ваши волосы, как там закручиваются. Ну, в общем, она мне тоже не подошла, потому что у меня длинные волосы, она почему-то их не закручивает. Густые, длинные. Она их не смогла закрутить и завязать. У меня ничего не получилось. Может, я неправильно делаю. В общем, это мне не подошло. Прикольная, да, косичка? Дальше. А, ну, как всегда. Вот это купили, наверное, все. С этого сайта BuyingCoins. Это липучка для волос, для челки. Чтобы вам ничего не мешало. Чик, вот так и все. О, даже смотрите, тут мазались. Вот чик, и все. Слушайте, клево вообще. Не надо париться ни с какими-то невидимками.
супер. Супер-супер вещь, но правда после нее бардак. Ну ничего. Их две штучки в одной упаковке. Я взяла две упаковки, я не знала, что две штучки в одной упаковке, поэтому подарю кому-нибудь вторую пачку. Далее я тоже, как и все, купила вот эту штуку. Это метр. Браш, забыла название. В общем, эта штучка одевается на кисточку, чтобы кисточка держала свой форму. Такая она, чик-чик, видите, сеточка. Очень классная вещь, ее надолго хватит, на много кисточек, можно отрезать ее по размеру своих кистей, одевать, снимать, она дальше встает на место. Короче, про нее уже тоже очень много всего сказали на ютубе. Поэтому я даже не буду больше ничего про это говорить. Вот, дальше я купила, не знаю даже зачем, вот такие пудры. Это, в общем, такой был набор из 6 пудр. Ну, что хочу сказать про эти пудры. 3 тона здесь, это номер 5, номер 4, номер 6. Они очень темные. Знаете, даже я не знаю, куда я ими буду пользоваться. Они по качеству неплотные, очень как будто прозрачные. Темные еще я не скрывала, поэтому потом я могу написать кому-нибудь, дописать, то есть, когда я их уж попробую, расскажу. А говорю, открыла только номер 02. Так, знаете, припудрила лицо им слегка, ну да, заматировала, но ничего не скрыла. Такая, знаете, можно ее, она очень маленькая по размеру, ее можно даже брать куда-нибудь с собой, там, чтобы припудрить носик. Не знаю, мне кажется, для этого. А так они, даже не знаю, для чего они мне пригодятся. Ну, может быть, для какого-нибудь макияжа, пока лежат. Что я купила? Купила я набор кистей, подделка фирмы MAC. Вот здесь написано MAC. Вот такой набор большой. Купила я его специально, чтобы сделать следующее видео про подделки кистей MAC. Просто это такая болезненная тема, и меня так раздражает, когда люди обманывают, что у них, например, кисти MAC, а на самом деле у них это подделка, или людей обманывают, что продают им подделочные кисти MAC, а эти бедные люди ходят и думают, что у них кисточки MAC. Тут написано на каждой кисточке, что это MAC. Вот видите, номер даже стоит. Очень даже интересный набор кистей. Здесь очень есть даже, знаете, я вам хочу сказать, хорошие кисти. Я потом сделаю об этом отдельное видео. Но и чехол мне понравился, очень плотный. Такой, знаете, хороший большой чехол для кистей, на завязки, такая завязка. Купила я, мне очень понравилась эта палетка румян. Я уже тоже видела у других девочек это видео, поэтому ничего такого тоже особенного не буду говорить, потому что все уже об этом все сказали, показали. В общем, здесь палетка из 10 румян. Очень классная палетка, очень красивые оттенки румян, классно пигментированы все оттенки, наносится классно и не знаю, знаете, я даже нанесла, все продержалось долго, все красиво, профессионально. Здесь есть раз, два, три оттенка матовых, один такой сильно шиммерный оттенок, это темно-оранжевый, и остальные сатиновые, такой легкий сатин, его даже не будет видно на лице, так думаю. В общем, классная палетка румян. Я ее всем рекомендую, особенно для девушек, которые начинают только учиться на визажиста, и для них это пригодится, чтобы, ну, потому что здесь практически все румяна, от розового до натурального бежевого, до темно-розового, до оранжевого. Ну, в общем, здесь очень классные румяна, так что я вообще очень сильно тоже люблю румяна. Набор
палетка из 78 оттенков теней здесь, ярких. Такая пленка была сверху. Здесь тоже румяна есть. В общем, одна светлая тень, светло-бежевая, коричневая, ярко-розовая, фуксия, даже почти какой-то персиково-розовый и розовый цвет. В общем, здесь помады, потом какие-то шиммеры непонятные, золотой шиммер, серебряный шиммер, он как гель, не знаю даже, куда его на губы наносить, под бровь не пойдет, потому что все слипнется, на глаз тоже не пойдет, все сотрется, все сетывается. Поэтому если на губы, на губах он не яркий, такой полупрозрачный. Помады только здесь две, хорошо пигментированные, остальные все полупрозрачные. Также здесь есть черная помада, она такая тоже полупрозрачная, да, такой мерзкий цвет, вообще мне она не понравилась. Потом здесь вообще тень очень классная, палетка очень маленькая. Почему-то на видео у девчонок казалось, что она такая большая, что такие тени большие. Штуки они по размеру, на самом деле они как ноготь по размеру. Вот такие маленькие тенюшки, и тени очень пигментированные, прям они сразу отдают свой цвет, да, и вот на палец нанесла, на глаз сразу наносится. Очень классная палетка, советую всем, тоже для начинающих визажистов, также у кого не хватает ярких цветов в палетке. Вот лично у меня не хватало ярких цветов в коллекции моей теней, поэтому я досмотрелась на видео девочек, тоже купила себе эту палетку и очень довольна, потому что здесь очень-очень красивые, и как зеленые, и голубые, и фиолетовые, и желтые оттенки, и черные, и серебряные, вот, и металлические. Короче, у меня все над тенями. Поэтому я ее всем советую. Очень классная, красивая палетка. Все это пришло вот в этом ужасном черном пакете. Все это было запечатано в этот пакет пупырышками полиэтилен. Палетки были запечатаны вот в этот пенопласт. И, в принципе, все хорошо, замечательно, все целое пришло, ничего не разбилось. Заказала я это все 28 марта, мой заказ отправили, получается, с Гонконга, 28 марта. И сегодня, вчера он пришел, вчера какое было число? Какое? 19? Да. 19 апреля он пришел в Алмату. Поэтому я считаю, что это быстро пришло. Такой маленький обзор моей покупки с сайта Vinecoins. Могу сделать отдельное видео, кому интересно, как заказывать с этого сайта. Пишите, оставляйте свои комментарии, спрашивайте. Всем спасибо. Пока-пока.